glad I got sunshine in a bag. I'm useless, but not for long. The future is coming on. I ain't happy. I'm feeling glad I got sunshine in a bag. I'm useless, but not for long. The future is coming on. It's coming on. It's coming. Едем. Будем. Жди, ветер молчит. Упал белый чайкой на дно. Жди, наш корабль забыт. Один нерискованным сном между всех времен без имен и лиц мы уже не ждем, что проснемся. Наша Боби едет в Любу забирать! На зуб зарабатывать! Жара пахнет черной смолой. Смерть одному лишь нужна. И мы вернемся домой. Его плоть и кровь вновь насытят нас. А за смерть... Так, всем, друзья, привет! У нас начался сезон сбора клюквы. Да, не только у нас, во всех районах, наверное. Как едешь в город, везде клюкву собирать. Вот и мы попытаемся тоже на удачу, как говорится, собрать пару мешочков хотя бы. Посмотреть, есть ли клюква или нет. Все. Мы едем своим составчиком. Это Женька. И Артемыч. Все, идем дальше. А тут кто лежал? Лосяра? Лосяра. Ну что, друзья, начинаем собирать. Как обычно, делаем это резко, быстро. Пока есть. Вот так и собираем. Нормально попадается. Вот кучка. С хрустом заходи, с хрустом. Слушай, этот звук. Это ягода вот так бьется. Да, его много. Травы. А вот и не видно вон травы. Смотри, как бьется. Как обычно, берем этот мусор, лишний убираем. Давай, собираем дальше. О, Артемыч, пылесос. Все видели? Ага. Мало клюквы. А вон пакет полный один. Обманываешь. Вот как он быстро работает. Надо показать, как он быстро работает. Летит. Мусор в ведро.
мусор, то без мусорника. Болото такое большое здесь, да? Да. Вообще. Мощненское болото. Вон ягоды, смотри. Ой, прямо. Это пылесос. Нету. Нету. Нету, конечно. Собрал такой. Пылесосник. Молодец, молодец, собираем. Красавчик. Лазит против. Собираем. Потом надо к Женьке сходить. Женька что там? Женька собирает. Уже два ведра набрал. Два ведра уже набрал? Да. Он с одного места еще не уходил, да? Не уходил, да. Пошел точечку. Ну где-то минут 30, наверное, собираем, да? Где-то так, да. Ну, смотри. Ты ведро. Я ведро. Сейчас 30 литров за 30 минут. Где-то так. Нормально так получается. Можно сказать, пол мешка уже собрали, да? Ну, если все вместе высыпать, то так и есть. За 30 минут пол мешка. Ну что, друзья, смотрите, ягоды какие. О, красненькие уже все. О, рассыпано полностью. У меня ведро 25-литровое. Ну, вот так уже собрал. Собираем минут, наверное, 30-35, наверное, не торопясь. По пути их убираем мусор. Торопиться, короче, некуда. Парни вот там. Там Женька собирает, он уже один пакет собрал полностью. Второе ведро же собирает. А вон там Артем и собирает вдалеке. Женька собирает. У-у-у! Так это Женька вообще молодец. Смотрите у него. Как у меня ведро уже полное. И Волбер. Вот это да. Я только такое одно ведро собрал. А он уже таких две собрал. Нет, одно тоже. Одно? Угу. Ну все. Труба. Спина! Да. Спина! Так и есть. Бы. Так что как-то так. Да, Женек? Да. Артём! Нашли маленький островок клюквы. Будем вербанить. Фу. Это ягода слишком мелкая стала. Но островыка. Островыка хорошо берет. Смотрите, ягоды. Хоп, хоп, хоп. Все, и нету. Ой, крупных нету. Мелкая. Так. Крупная такая. Ух, мусор. Ой, здорово. Вот такая клюква. Очень вкусно. Работаем как пылесос. Мусор убираем. Все, получается. Фух.
собрали. И вот здесь еще осталось. А, Тёмыч идёт. Тёмыч идёт, да. А? Идёт, идёт, блин. Два пакета ему. Ничего себе собрали. У Женьки пакет. Вот Артёмыча. У Женьки. У меня ведро. И здесь тоже пакет. Ну чё, устал? Нет. Клюквы нет. Клюквы нет. Вон Женька идёт вдалеке. Где он там? А ты? Вон далеке идет. Ползет. Ну сейчас полное ведро вообще. С горой я вот собрал. Вот такая. Мусора, конечно, очень много. Но без мусора никуда. И вот здесь пакетик. Шайтан, труба поможет. Шайтан, труба поможет? Пропылесосит. Да, это если на сдачу, то сойдет. О, Женек пришел. Тоже чистит клюкву. Ну что, а будь здоров. Да? Сам в смысле? Сам в смысле, да. Смотри. Все мне в этот ведро, блядь, охренелся ли? Все мне ведро, да. Все, погнали. Все, погнали. Другое место. Другое место. Миша, всю клюкву вытоптал, блядь. Я-то где? Я сказал, ты что, сколько мусора набрал? Собирай, собирай. Мало, мало, круто, мало. Ну что, есть? Не каждый год, что праздник у нас должен быть. Да ведь? Ну все, чего? Просто в этом году поздно прилетели мы на болото-то. Сегодня который у нас? 10-е? 11-е. 11-е у нас. Это уже очень поздно уже. А это еще народ не узнал, что клюкву собирают. Да ведь? Да-да. Вот когда узнаешь, что клюква уже в своем соку, то тут народа еще больше будет, чем в этой клюкве. Вот так. Ну что, друзья, ищем клюкву. Смотрите, чей это ковушек уже висит. О. Видите, кто-то таким ковшиком собирает. Ладно, оставим ее. Может, кому-нибудь еще понадобится. Такие дела. Мы вон там собираем. Пацаны туда пошли почему-то. Ух, болото. Будь здоров. Интересно, кто кто-то ковшик оставил. Ну что, друзья, вот я собрал. Еще 10 литров, это у меня ведро. 20, как я говорил уже. Вон еще десяточку я полную уже собрал. Мусора, конечно, много. Но пылесос это все уберет, как говорится. В следующий раз покажу, как пылесосом убирать. Там нужна ПНД-труба. Ну, простая пластиковая труба на 50. Воронка и пылесос. Буду убирать пылесосом. Вот так. Как-то. Золото, болот, как говорится. По чуть-чуть. И получается целый мешок. Это мусор все уберем. Опять чай. С ковша. Вкусный чай. С клюквой. Ну-ка, дай-ка покажи. С клюквой. Я не знаю, что там еще плавает. Пол болота еще плавает. Вкусный чай.
вкусный. Витаминизироваться надо на болоте. Ну что, ваши впечатления от сегодняшней сбора клюквы? Евгений Батькович, давай скажи. Чё? Как бы сказал Мартын, всяко лучше, чем на диване. Но я бы сказал наоборот. Лучше на диване, чем сегодня на болоте. Ты говори. Вообще мало, да, Женяк? Вообще нету, её нету. Вообще клюквы нету. Ну что, друзья, на этом будем заканчивать наш сбор клюквы. Клюквы почти сказать нету, но все-таки собрали 3 мешка. Все, давайте, оставайтесь с нами, сейчас покажу еще клюкву. Так, ну что, друзья, вот получается раз мешок полный, второй мешок и третий на носу. И тут еще ведро. И здесь еще вон ведро у Артемыча. Вот так что мы дальше будем собирать, наверное, клюкву, если удастся, если снег не пойдет. Все, давайте, оставайтесь с нами, подписывайтесь, ставьте лайкосы, да?